С арбалетом-то будет половчее мне, чем с этим луком. Жесть. Mm-hmm. Так, ну у нас брони добавилось, это хорошо. Mm-hmm. Да, здесь огрызок такой, главное, стоит. Комната когда-то была. Жесть. Наверх колопать не надо? Нет, нет, нет. Так, топор закинул. Так, все изучил. Так, топор изучил. Что еще надо было, ребят? Двухстволку. Двухстволку засовывай. Патрон. Пятерку. Ебать, 250 скрэпа. Огненная турель куда? Давай, давай, давай. Кто? Пацаны пришли. Зелень. Какие пацаны? Где? Ну где? Там же? Мэтт. Ее убивают. Насилуют. Ну пойдемте, наверное, в РТ. Помогите. Так где ты? Где? Да говорю ж, за шариком. Не говорила ты ничего. Идем. Пацаны, на дороге встречаемся. Иду. Феня, это ты впереди? Да-да-да. Жди, жди. Это труп. Это Симона. Блин, бачу на рот. Заключение. Смотри, у него мотня из-под подмышки торчит. Упал, левее от шариков. Хорошо. Все, мы трое, идем. Погнали. Пошли, на. Их же там тоже четверо или пятеро. Похуй. Двое минимум. Так, она сказала слева от шарика. Это получается по отношению откуда? От нашего дома, Мэтт? От нашего. С дороги просто левее берешь и все. Ну вот, они тут и бегают, они где-то тут живут. Они прям вот на этой, на поляне. Я вижу тело там вдалеке. Стреляют, а ты. По мне причем, сверху. Блять, вон они, втроем. Ты... Иди, ты где? Впереди, вон там прям, да. Три чувака. И у нас еще со спины еще. Идем на троих, этот шарик и лупит. Они. Все, вон. Да какой-то бич там бегает. Блять. Голый. Еще один. Там я вон спать, они, видишь, сзади. Двое. Ну так вот, надо проверяющих. Одетый. Да-да-да. Бегают четверо. Что-то вон, сижу. Нет. Не долетают, не долетают. Ну а все, я дал им знать. Там еще пятый. What the fuck? Так, все. Нет, все, не лезем дальше. Здание наше укрытие. Это одному въебал внизу, который. Понял. Его можно забрать, его внизу. Идем. Сейчас бинтуюсь. Иду его. Подрезаю его. Попал, минус он. Подходи. Попал. Меня рашит. Рашит, да, надо. Где? Вниз, наверное. Иду с елкой. Нахуй, уронил его! Отлично, хилит. А так, я подальше хилю. Чуток надо. Блять, сейчас. У меня хп 0. Он друга своего поднимает? Нет. Он еще. Блять, меня уронили откуда-то, я не понял. Меня уронили, ребят. Сейчас, погоди, попробуй поднять. Если... Угу. Адекват, там давай, голову этого поднимаю. Вообще. Там надо голову долбануть. Он близко. А, блядь. Все, двустволку взял. Встанешь, Бонни. Понял. Блять, все, убил меня. Убил? Черт! Двое. Все, готово. Все, перестроил это. И остается еще одно складское, так сказать, складская ячейка. Все, сейчас, короче, пойдем файтиться. Вот, свои у меня патроны почти докрафтились. После верта, да? Да, ну, я не знаю, надо посмотреть, где он вообще. А он здесь прямо над нами, вот тут шарик. Это РТ, там еще одно РТ за нами. Тут он постоянно будет здесь. Двое там, не, двое. Это ручной фонарик. Ручной? Да. Он в руке, ага. Его держал. Так, расцветаю. Это было как-то сексуально, блин. Такой... Больше боли. Сука, блядь. Иришка потекла, походу. Феникс, не надо так больше. А нафиг ты повторяешь-то? Я пытаюсь... Ему понравилось. Ну да, я пытаюсь изобразить. Что ты изобразить? Тебе не нравилось, признаться. Один соединился, двое побежали туда, один по дороге ходит, здесь лутает. Он лутает дорогу. Это вот отколовшийся, да? К дому бежит. Забегает в дом.
Ебать, он струханул. Угу. Значит, нет. Он инфу своим дал. 100%. Открыл. Выходит. Вот. Попал. Попал два раза. Попал. Минус он. Кто еще? Слева. Хэдшот, минус. Попал. Силюс. Силюс, ребят. Слева Силюс. Стороны, за стенкой. Крыша открытая. Перезарядка. Где с левой стороны? Не вижу его. По кругу пошел. Так я здесь, это я. Наверху. Нет, он был. На этом, в окне. Так, залутали Валеру? Валеру залутали? Да. Все, все. Отлично. ГГ. Идем дальше. Все живы? Да, да. Да. Все, отлично. Так, где-то здесь аэр падал. Угу. Может, они и забрали? Не знаю. Да какая разница, пробежимся здесь, узнаем, что там вообще творится. А-а-а. Так, смотрим. Это кто? В курсе. Вот, вроде... Валеры стреляют, ребят, дороге, за этим, трансформаторкой. Дальше еще. А что у нас там? А, вот этот трейдмент план. Только это в нашем... Что, блядь? Не, это не наш. Это не наш. Другое. Водокачка. Вон он вправо кого-то хуярит. Внутри, на самой территории файт. Вижу, убегает один с правой стороны стены. Лучник, по-моему. Бегу с арбалетом. Валеры, не палюсь. А где Валера? Я его не вижу. Он на территории. Оттуда вроде. Один я... лежит на дороге. Так, остановка. Ну, он, скорее всего, здесь. Вон, он лутает, лутает. Впереди, попал. Слева. Да-да-да. Блин, я теку. Один за стеной. Блять, попали по мне. А, этого уронил, понял. Того я убил. Внизу. Внизу, внизу, внизу. Дайте бинт, ребята, есть бинт? Есть, кидаю. Скинул. Давай. Все, понял, ага. Пошли. Силюсь. Релоты пошли. Все, он там один. Гоу. Слева, справа. Справа? Ага. Попал, убил. Вон внутри, убил, внутри убил. Он. Убил? Все, красава. Огонь. Все. О, ребята, это жесть. Лутайте его. Я хилюсь, у меня хп нету. Привет. У меня хп просто нету, тоже я хилюсь. Радиация хилюсь. Я пошел второго смотреть, давай, вот давай, этого, давай, которого давай. Убил. Арбалет. Еще арбалетчик, ребят. Вы залутаете сзади. Да-да-да, я... О, Валера подобрал. Блин, дайте бинтов, дайте бинтов. Еще, на, где ты? Да не-не-не, я у пацанов забираю. За стеной. Угу, я продолжаю хилиться. Я в остановку, ребят, чтобы меня не задамажили. Сейчас я подсоблю вам. Они выходят из дома, к вам сейчас пойдут. Угу. Голые здесь. За скалой. Да, отошли. Так. Пацаны, сейчас надо будет отходить, лута очень много. Рэк, отходи. Слишком много лута. Инфа есть что? Бегу. Нет, там за камнем. Сюда, я прыгаю, я прыгаю. Иди... Все, собираемся, ребят, собираемся. Происходит? Откуда выстрел? Назад иди просто. Откуда мы бежали, там стреляют. Да я уже заметил, вон он. Все, отходим, ребят, давай. Отходим. Да, надо в натуре. Потому что я фул, реально фул. Ух ты. А... И у меня 1500 серы еще плюсом. А... Из того там. Отходим, все, есть. Вон шарик наш, все нормально. Ага. Че, через делаю гору делаю бинты. Маханя? Зачем через гору, идем через шар. Окей. Медведь, это наших ждем. Идем. Медведь, ребят, сагрился, медведь сагрился. Попал в него. Да забейте на него, он убегает. Все, 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 он отступает, отступает он, да. Ой, он минус. Угу. Стреляют. И по нам стреляют. С арбалетов они долбят, да? Да, да, но это там, с арбалетов. Еще слева и справа, ребят, долбят кто-то по нам с дома, походу. ХП половина. Иди, иди, иди. Тогда в горку уходим. Да, с дома долбят, с дома там, снизу. Так, продолжаю хилиться. Блин, нормально зафайтились, вообще лута жесть. Ну, он голый, хер на него. Все. Ириша, дай пройти. О-о-о. Так, вот, ребят, это ж входные ящики, все, скидываем. А, я хотя броню сразу закину, куда положено. Смотри, как быстро бежит, what the fuck. На, попал. Попал! Попал. Ух ты. Готов, все. Он дверь открыл. Ребята, дверь открыл. Да это уже второй раз. Он вообще склеился. Башка. Ой, а у него лута нормально, ребят. Ну да. Фармер. Арбалеты. Забирайте, ребят.
Подождем? Может, откроют? Ну, оно же ничего не даст. Почему? А что это? Мы туда не зайдем. Что? Кто кого? Да, казалось. Не, можно... Подождите. Пацаны. Забирайте. Я туда пошел, прям к нему. А, с Йокой? Блин. Какой Йокой? Валера. Бомбио зовут? А чё, если я на тебя залезу, Боня? Ну, почти как. Не вдвоём... надо на меня залазить. Ну, вдвоем туда. Ну, давай. Пацаны, не подпустите только, чтобы он не закрыл нас. Неадекват это. Чё-то... Нам надо прорываться туда, понимаешь? Ну, прям бежать. Прорвёмся, да. Мы застрянем с тобой вдвоем. Мы выебем. Да нормально, я 100 раз так делал. Ой, да. Погнали. Сейчас все пули тебе в жопу полетят. Но я чувствую, я адекватно пострелю. Он что-то дропает. Орех дропнул. Это готов? Не те, чуваки. Да. Ты не тычь в дверь. В смысле, я не тычу? Бля, меня вообще забагало. Адекват, погнали! Минус, ну проходи, толстый, блядь! Жирный, иди! Ой. Ярость, берсерка! Минус. Красава! Все, going deep просто. Мазафака. Сука, жирный, зачем застрял, блядь. Встал, блядь? Потому что у меня всегда стояк. Сука, взял, встал и все испортил, орёт. Беги сюда. Я в панике, меня трясёт. В панике, блядь, он там трясется весь, стоит. В этот, в дверной проём, блядь. Все, тихо. Просто убил. Пацаны, не дайте сейчас закрыть двери, ясно вам? Так мы не видим ничего. Шкаф. Нет, закрыть с внешки. Шкаф, подожди. Сколько человек? Ребята, я выписывал их, все. Двое. Скрафти замок. Подходит сзади дома к вам. Последний спальник разбиваю, пацаны. Малорки. Ну и другой. Ой, блядь, все. Я лежу, блядь. Иду. Пацан, ну ё-моё. Иду, подожди. Быстрее, чтобы не готов. Ранил, Феня. Я вообще мертв. Ты сдох? Да. Прям перед входом. Бля, вы серьезно? Я не понял сейчас. Да. Бля, я чувствую, я не залутаю? Еще один бежит. Ну, отлично, еще блядь. Двое. Ебать. Пиздец. Да, двое. Против подожди, входа. Ему надо будет дверь закрыть. Это не они, это не хозяева. Это не там хозяева, это другие. Еще другие пришли. Они еще и враги друг другу. Понял. А, нет, один не враги. Один прямо перед входом. Палят вход. Палят. Задамажил. Убежал, хилится он. За домом двое. Он тебя, сука, лутал. Да? Да. Так. Что у них в шкафу? О, уже в шкафу что творится. Так, что я тут могу придумать? Четверо, да. Что я тут могу придумать, пацаны? Сейчас все будет, огонь просто. Это китайцы. Так. Китайцы? Угу. Ты же можешь там застроиться. Да, я это и делаю, в принципе. Фень, броня здесь же, на втором. Да... И спальники поставить. Меня поставить в спальник. Ну, наверное, собраться и идти туда, да? Да, чего вы там ждете, это я не понимаю. Ну, так я жду остальных, кто-то. Да я голый так. Бежал, думал, это, а оказалось, то. Штаны один. Все, делаю дверь, замок. Угу. Но я не суюсь, короче, они меня контролят, могут сваншотить. Да, контролят. Не надо. Они что, он меня попал, так нормально. Угу. Они прямо перед входом 4. Что у них тут по клавсам есть? Да вон там бежит вроде, вон. Ну здесь, короче, ребят, нормально все, так нормально, хочу сказать. Пойдет. Да, я в безопасности. Так, прописываю здесь, я не знаю, кого, Феникс, тебя или адеквата? Прописи, я здесь уже. Все, мы здесь. Тут нет никого. Да, так, адекват, все, прописал тебя. Аннеймит оставляю, адекват, понял? Угу. Так, вы с оружием, пацаны? Да. У вас что за оружие? Валера. Вот, на, Феня. На тебе, Валера, и этот, патроны на него. Так, готовы принимать? Да. Фень, принимай, я на стреме. Я смотрю. Так. У меня тут много чего интересного. О, я сейчас кодовый поставлю на их шкаф еще. Так, дальше. Патроны 5.56 и красные, ребят. Ой. Они аирдроп лутали, потому что у них есть красные патроны. Так, возможно, это... Я с мечом. Адекват, смотри, ты себя можешь залутать вот этого, где ты умер? А, внутри дома. Да. С
Скидываю. Да? Закидываю. Все. Кончито. Все. Забрал, пошли домой. Все, давайте дома увидимся. Чего у нас? Сейчас, подожди. Ящик сульфура? Маленький? Да. А, нихера. Большой. Так. Где? Давай, одежду мою. Вот. И две полки. О, топор, я им зарубил человека последнего. Все, огонь. Так, сейчас я сделаю тогда ящики и... Надо опять. Go, fight. Так, подождите, ребят, я что-то запутался. Инструменты, Мэтт. И что еще? Ага, понял. Аксовский топор я, если что, принесла. Как такое можно было забыть? А что у нас? А, металл, вижу. Конь, блядь. И инструменты, да, ты делаешь? Да, я делаю. Уже понял тебя. Так, а говно? А что с говном? Ну там всякие таблички, двери. Нет, а что у нас было с говном? Я не помню. Релакс этот ящик? По-моему, да, релакс. Релакс. Релакс, я обосрался туда, блядь. Слишком сильно релакснул. А сколько релаксов? Два. Они всегда быстро забиваются. Так, что это? Ага. А то зачем? Я крафчу. Кого? Второй воркбенч? Да, давай. Делаю 8 топоров и 8 кирок тогда. Сразу крафчу. Все, разбил доклад. Все. Я надеюсь, ты ставил его на крафт? А? Да. Конечно, я же говорил. Хватает места? Да. Все, отлично. Холодыш. О, сейчас крафт хорошо пойдет. Где? А где? Три типа. Ё-моё, это я. Надя. А чё ты целишься-то, ну? Я спрашиваю, кто здесь? Да мы здесь. Чё мы его откопытим? А чё мы там, а чё откопытим? О чём общаетесь-то, я не понимаю. Тут Адольф. Адольф? На, Адольф. Получи, Адольф. Как тебе, нормально, Адольф? Умри, Адольф. О-о-о. Чё там? Ничего. О, стрела! Если прямо за РТ за треногу дом, да? Нет. А, прямо за РТ за треногой дом, там три типа только что. Трехэтажный который? Нет, одноэтажная кибиточка. Ну все, погнали, пацаны, чего вы стоите-то? Грубо говоря, вот прямо по прямой, где ты меня... Вот кто там стоит, я не понимаю. Это Мэтт. Ё-моё. На крыльце, там есть наши на улице? Справа от дома сейчас. Два типа на улице. Ворота. Он с этим, с пипасом. Заряд, по-моему, убил. Давай. А нет, он исчез. Это как? Еще. Минус один. Еще один. Попал, хэдшот минус. Минус три получается. Подождите, он просто упал, а потом показался за конца. За... Ой, еще! Минус. Все, молодец, ё-моё. Хера. Завтыкал. Ну, что-то выпало. Растмаником какой-то. С пипасом. Че вот это вот за залупы, растмаником? Они достали. Сайт какой-то, наверное. Надо зайти. Везде они бегают. Вот его револьверку. Причем нам читаки попались тогда, растмаником или макросники они были. Угу. Может это читы продаются там? Может быть. Ну это, наверное, такой же сайт, как... Дерево. Один против девятиник. Пункт. Типа там пишешь в нике его, и тогда тебе на сайте какие-то прилетают. Ребята, там долутывать надо. Да. Это знаешь, что адекват? Походу прибежали те трое, у которых мы Валеру отжали. А, мы... А что это? А что это надропываешь? Я не знаю, что ему до ящика не дойти полметра. А вот еще и... Ну потому что, блядь, отойдите нахуй от прохода. Долутывать же надо. 500 кловсов нормально. А, ну это наши, наверное. Да. Кловс. Я забрал. Еще 500 тоже я забрал. Ну это наши, наверное. У нас много насажено было. Надюха сажала. Так, все. Склад у нас закончен, Мэтт. Отлично. Короче, знаешь, что я думаю? Еще. Смотри. А, вот здесь вот, за вот этими ящиками, да, выдолбим стену и сделаем еще одно помещение для входных ящиков, еще что-то там расположить. Ну, чтобы по простору не было? Ну да, потому что здесь ты просишь там меня поставь то, поставь это. Здесь некуда ставить. Одежда фармеров с оружием, сама понимаешь, некуда впихнуть. Ну да,
Поэтому расширимся маленько. На аирдроп идете близко. Сейчас пойдем, да. Я бы, знаешь, как так. Прям близко. Ну, вот там за дверью всякая фармерская, а вот эти два ящика, где релиф и этот, убрать, ну, вместо них полку с входными. Потому что половина все равно не будет проходить лишнюю дверь, чтобы скинуться. Хорошо. Нет. Так, ребята, готовимся. Сейчас прибегут и китайцы, и не китайцы. Тут сейчас будет резня. Ну, началось. Там вон, где он, началось? Я уже вижу троих, четверых. Мы бежим, прыгаем. Нет, это о, не вы. Вот прыгаю. Они, на поляне. Вот, это да, да, не слева. Вы. Они левее, Бонни, на это... поляне. Подожди, укрытие здесь. Я вот. О, мне справа въебал кто-то. Где? Справа? Это я. Так, а кто оттуда стрелял? Не знаю. Из дома арбалетчик. Мне кто-то въебал. Я же говорил, в доме арбалетчик. Типа. Да ладно, на дом забейте. Ага. На дом забейте. Вон они, вон они. Вот, стреляют уже с поляны. Вышел? Да. Хорошо. В этих стреляю. Их ух, тут народа вообще пойдет. Так, один убегает у них. Они все убегают. За задним смотрите. Тот, который с дома. Да вот он и стреляет со скалы, сука. Меня убил. С фипасом, да? Он тебя убил? Да. Ну, контролим его, просто ближе не подпускаем. Аирдроп лутаем. Это главная задача. Я иду под аэр. Справа. Так они что, отступили, что ли, эти? Да, да, да. А зачем серьезно? Вы на них пошли? Нет, они не отступили. Мы смотреть, чтобы, если они обходят, видно было. Вон они, правее идут. Ну иди тогда туда, подсобите. А, блин. Не-не-не, они очень по дальней амплитуде. Они, скорее всего, с гор, где сульфурные пойдут. Или они в пещере? Не-не-не, вон я их вижу. Они на скале сидят. Да, вижу его. Там сидит. Да-да-да. Он к дому, попал. Он к дому будет подходить. Из-за него долбить. Да. Ой! Дроп. Суки, у меня, ребят. Идем. Блядь, я чё? У меня до хера народа. Дал тычку. Идем. Это сейчас вот я охилюсь. Вот да курица, иди ты нах! Да, две тычки дал. Понеслась. Хилюсь, ребят, 2 хп у меня. Блин, аирдроп мотанули. Да я в кустах. Этих жать надо, пацаны. На шприц. Давай. Кино. Красава. Хилюсь. Иду. Один из них слева поверили. Лучник, слева еще. Дал тычку. Кому? У нас слева лучник, хэд? Слева лучник. Мне хэд. Слева, да, на скале. Так, аирдроп иду лутать, ребят. Вот сзади, двое, со спины лучник. Двое. Сзади. Давай ты аирдроп, что ты так долго? Так, хилюсь. Нам главное, чтобы не зашли со спины. Попал. Еще раз. Я лежу. Угу. Черт, где? Ну вот около камня, где сзади. Вижу, по-моему, я убрал его. Нет, стреляет еще лучник. Господи. Так, аирдроп лутаю, ребят. Попробую. Да давай ты быстрее. Двустволка, патроны. Говно, ребят. Хедшот. Хилюсь. Я поднимаю. Я хилюсь. Понял. Отходим. Так, ребята, надо отходить. Спасибо. Кто у нас стреляет в этих, в скалах, с Валера? Понял. В скалах враги. Все, отходим. Мы уходим. Это я. Тут в скалах враги. Уходим. Да-да-да, это мы. Там что-то долбит, Томс? Автоматическое. Ой-ой-ой, да-да-да. Хилюсь. Уходим. Валера, это жесть. Блядь. Короче, ребят, две двухстволки. Сейчас игра такой. Да-да-да, вообще огонь. Вот бы ночью еще посмотреть на это. И это все за аирдроп, лол. Это файты. Да-да-да. Ой! Летает страшно больно. Давайте, отходим. У меня 9 хп, я боюсь. Где ты есть? Я самая первая. Так у тебя отбегаю. Бинты есть? А. Нет, я дома отхищу. Химся бинтами. Я все бинты уже... Все это они с Валер так стреляют, что да. Как будто автоматика стреляет? Там много. Просто много, да. Накладывается. Mm-hmm. Блин, я просто не знал, куда стрелять, лол. Калаш или болтовку унесли.
Ну вообще говно, аирдроп. Патроны на... Это 20 патронов красных, правда, было. На дробаш. Вот это хорошо. 12 на этот, на берданку. Ну лучше бы, блядь, болтовка какая-нибудь. Так, а где наш дом-то, ребят? Правее. Правее. Вот, нам направо за эту скалу. Я вообще хз, как я выжил. Я просто на 2 хп постоянно бегал. А у меня там патрон в Валерии остался. Заходили сзади, слева, сбоку, там отовсюду. Никто не понимал, где кто. Да вообще жесть, со всех сторон бичи набежали. Вот это файт! Ну, блин, хорошо, что не прибежали какие-то калашисты, блин. Просто все не отжали. Брынь-брынь!